Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Неработающим женщинам предложили платить пособие. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект о дополнительной поддержке семей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление депутата. Отмечается, что в семьях из трех человек неработающая женщина может рассчитывать на оплату в размере минимального размера оплаты труда – чуть более 12 тысяч рублей. При этом представители «Единой России» и КПРФ считают такую инициативу благой, но заявляют, что она вряд ли будет поддержана. По информации издания, свою инициативу Жириновский представит Госдуме сегодня, 3 февраля. После этого она будет внесена в Нижнюю палату парламента. Депутат подчеркнул, что быть домохозяйкой – это тяжелый, изнуряющий и монотонный труд. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!